достаточно будет лайков, да? Вот так мы будем делать, да? Лайк, нужны помехи. Пожалуйста. Я бы еще не сказал, что уже есть необходимость создания этого закона, но хотим мы этого или нет, уже сейчас блогерство регулируется законодательством действующим. Например, если сайт считается средством массовой информации, то тот, кто туда пишет, в этот сайт, уже автоматически может быть признан журналистом. Соответственно, он должен обладать ответственностью, обязанностью, но в то же время тогда он должен обладать и правами. То есть, если эту часть мы воспринимаем как уже свершившийся факт, есть такие законы, соответственно, мы должны теперь продумать вопросы, связанные с защитой интересов, возможностью продвигать какие-то вопросы, запрашивать информацию, участвовать на мероприятиях и так далее. То есть, даже вот эта часть требует того, чтобы законодательство мы могли отрегулировать. Вот сегодня мы знаем, что блог-туры происходят, блогеров приглашают, но у него нет статуса официального. И я думаю, если в будущем эта вся деятельность получит развитие, то через действующих депутатов парламента мы сможем некоторые вопросы поднять таким образом, чтобы имеющиеся или появляющиеся белые пятна законодательства отрегулировать.